Привет, привет, YouTube. Сегодня в цепке лапки моего обзора попалась игра вот эта вот. И да, это 4X-стратегия, только мы все привыкли, что 4X-стратегия — это либо космос, либо какие-нибудь средневековые баталии, то здесь... Кстати, игра вот прямо так вот начинается, то есть как при первом запуске игра вот так вот начинается. То есть подают сюжет. А, это у нас, можно назвать его Survivor, выживач, только это 4X-стратегия. То есть зомби, вот это все, апокалипсис и все в этом роде. Взяты некоторые фишки из знаменитого Fallout Shelter. И, соответственно, все остальные фишки в игру введены из других 4X-стратегий. Ну, давайте это уже сейчас все смотреть, что оно как выглядит. По крайней мере, здесь есть русский язык. Игре приблизительно уже где-то год, но игра имеет очень хорошую оценку. И по оценкам данная наша игра... уже пошел интерактив. Игра обходит Fallout Shelter по оценкам, хотя Fallout Shelter намного старше. Хотя я бы не сравнивал ее с Fallout Shelter, потому что это все-таки 4X-стратегия, то есть это все то же самое, что мы отдаляем город, вот это вот движемся по общей карте мира. Так, ну давайте, нажмите кнопку для проверки. Давай, нажимаем. Ну, кстати, я первый раз... Это такой гибрид, можно сказать, игры 4X-стратегии. То есть это необычная игра. Я специально в свои обзоры подбираю такие Android-игры необычные. Смотрите, даже элемент хоррора какой-то некий в игре все-таки присутствует. Ну, какой-никакой сюжет, по крайней мере. А повторяю, что... Все это дело происходит в 4X-стратегии, как будто мы сейчас какой-то Last of Us, не знаю, там запустили. И озвучка, и смотрите, вся анимация, и герои некоторые похожи на Дрейка, почему-то из Uncharted напоминают этот герой. Ну, начало такое, как будто реально какой-то в Last of Us попадаешь, блин. Зомби, все дела, апокалипсис. В чем суть? Суть в том, что сейчас, по ходу дела, они найдут какую-то подземную базу. Это будет ваша база, как вы знаете, вот эти вот города, когда мы в других 4X-стратегиях какие-то про средневековье получаем. Здесь что-то подобное, только смотрите, с таким вводом с интерактивчиком таким. С киношечкой, полукиношечкой такой, смотри. Voila. Довольно-таки начало необычное. Повторяю, что это гибрид. Строительство базы взято из Fallout Shelter, а все остальное взято из других 4X-стратегий. Ну, в общем, смотрите сейчас. Давайте мы с вами смотреть. Будем. Так, нажмите сюда, давай. Wait. То есть нам, видите, не сразу какую-то базу показывают, а прям какой-то интерактивчик такой, блин, ну круто, думаю, сделаем. На ПК-клиента вроде как нету, эмулирую я это с Блюстака, по-моему, на Вулкане сейчас я это делаю. Не надеюсь, что все. Watch out! Опять зомбятина какая-то пошла. Смотри, ох ты, тут еще и надо стрелять. Смотри, в роликах надо еще нажимать. Ну, такое, слушай, для 4X-стратегии это действительно очень круто. Блин, вот этот герой Брэди мне очень напоминает из Uncharted Дрейк. Не знаю почему. Давайте уже двигайте дальше вперед. Кто здесь? Теперь нужно его обыскать. Надпись Брюс. Кто не понял, почему 4X-стратегии? 4X-стратегии — это все то же самое про строительство, про время, про строительство ратуши, про апгрейды и все вот это вот хождение за ресурсами, только в зомби-апокалипсисе. Весьма очень интересная игра. Повторяю, что оценки у этой игры
На Google Play сейчас в районе 4.7, там где-то так. То есть из 5 это очень высокие оценки, несмотря на то, что игра приблизительно где-то уже существует около года. Так, куда мы пришли? Это, видимо, вот мы уже приперлись в подземелье, в котором будем развиваться. То есть фишка в том, что у каждого игрока есть такое подземелье, и мы все развиваемся на общей карте. Но при строительстве базы, не знаю, хотите, если вы не играли в Fallout Shelter, то строительство базы тут, по-моему, происходит в... Ну, как, например, если в XCOM играли, там, в первое, во второе. Вот, вот это оно. Вот, вот на такие зоны это все поддельно. С учетом того, что это можно выходить на общую карту мира. Ну, сейчас мы это все, я думаю, до этого дойдем. День первый. Повествование, смотрите, какое-то идет. Смотрите, как, ну блин, ну вот в плане повествования, конечно, разработчики действительно постарались, и оно такое. Конечно, если вы будете там фермы свои создавать, этого повествования вас задолбает. В этой игре, я думаю, тоже существует ферма, вот это все, потому что 4 стратегии и все такое. Еще, видимо, механики строительства, что-нибудь в этом роде нас будут учить. Ну, можно пропустить? Давайте пропустим. Так. Начало экспедиции. Жмите сюда. Происходит интерактив на базе вот так вот, они ходят по нему. То есть в плоскости, можно сказать, такой, в плоскости, в 2D-шной. Так, работа. С помощью мастерской вы можете копать и строить. Так. Что, он будет копать? Что, он не копает? Так. А, назначили копальщика. Видимо, для расширения базы придется кого-то отправлять копать. Забавно. Смотри, как происходит. Оп-оп-оп. То есть собирать еще и ресурсы можно отсюда, да, забирать. Так, интересно. Так, теперь давай туда копай. Вправенько будем копать. Тут еще и время не пишется, какое там преимущество он будет это копать. Может, это пока в туториале, конечно, так идет. А здесь прям какой-то проход проходящий, смотри. Давай это все дело тоже пропустим. Построить здание. Так, сейчас будет обучать строительство. Так, основы. Спальня. Нам нужно построить спальню, смотри. Давай здесь построим спальню. Оп-оп-оп. Вот так вот происходит строительство. Есть, спальню построили. Очистить завалы. Что-то там. Ну блин, ну вот вспомните Fallout какой-то, кстати, скоро сериальчик сам запустит, да, по Fallout. Вот перед сериальчиком такое позалипать тоже можно. Но задумка довольно для мобильного гейминга довольно очень интересная. То есть скрестить Fallout Shelter с 4 стратегий. Это, конечно. Ну я не знаю, и лично я это такой вот первый раз вижу. То есть еще плюс подача какого-то такого сюжета на выживание. Я думаю, многим такое зайдет. Так, поднимитесь наверх. Следуй за мной. Это типа верх нашей базы. Спокойно, говорит. Смотри, говорит, туда. И идут просто, смотрите, толпища зомби. Jeez. Так, нажмите на пулемет. Видимо, какие-то мини-игры тут какие-то будут. Вот в этом роде. Ох ты, пока нас мини-ганы все. Нас тут капусту все мажут. Временно, говорит, не будет. Видимо, каким-то моментом мы будем защищаться еще от зомби.
Так как в этой игре не будет на карте мира, я так понимаю, варваров, здесь придется нашему отряду ходить по зачищать от зомби, видимо. Соответственно, на базу, видимо, какие-то нападения зомбаков будут. Так, нашли еду. Нам надо найти что-нибудь поесть. Так. Давай это тоже пропустим. Так, строительство, лестница. Смотри, надо еще какие-то лестницы строить. Оп-оп. И анимированы еще, да? Продовольственный кризис. Грибы. Собрать. Пошли грибы собирать, давай. Опчики. Собрали. Приготовили грибы. Так, надо запись проверить, идет у меня, да? Вроде как идет. Хорошо. Так, работа. На кухне кого-то надо оставлять работать, да? Тут видите, у каждого похода героя есть какие-то свои характеристики. Кто-то лучше готовит, кто-то зомби лучше убивает, кто-то работает лучше. Так, что я там приготовил? Ага, 10 пайков есть, да? Выполнено. Убежище завершено. Получить награду. Начинаются вот эти все знакомые штучки. Собери миллион всего. Пробуй, говорит, как на вкус. Ну, давайте тоже пропустим. Так, как и Fallout Shelter, видимо, у них есть какие-то, ну, как это сказать... Мы провели первый день в нашем новом доме. Смотрите, в виде комикса, кстати, такого заставки в виде комикса сделано. Но Walking Dead, кстати, еще вот это вот сейчас немножко на Walking Dead немножко похоже, да, кстати. Ну, вот есть что-то такое, Fallout Shelter, Walking Dead, и еще плюс от 4X, вот этот гигантский мир будет доступен. То есть вы сможете нападать на кого-то, на вас могут нападать кто-то, плюс еще зомби. Ну, кстати, нарисовано довольно-таки недурно, я вам так скажу. Вот, оборудование и запасы. Возможно, сейчас мы нас будут учить, как выходить в общий мир. Или пока строительство. Так, вычистил, собрал. Так, а могу в профиль зайти? Так, я могу зайти в профиль. Есть настройки, голос, язык, общие настройки. Настройки у нас стоят высокие. Даже очко випуск, выключенные атрибуты, подтвердить еще раз. Скрыть записи посетителей. Ну, настройки такие скудненькие. Кэш можно чистить, кстати, зачем-то там. Военные поставки, это, видимо, типа коды. Так, все понятно, сразу можно. Альянс, БТР. Ну, на БТР, я как понимаю, на БТРах они типа выезжают. Если мы в 4-х их стратегии генералов запускаем, то здесь есть и генералы, то есть надо собрать команду и на машинках отправить. Итак, мне уже доступно, так сказать, полуоткрытый мир. Смотри, вот здесь вот есть какой-то ресурс. Богато железом. Так, а чем отличается готовка? А, видимо, грибы нужны, чтобы вот это готовить, я понял. Так, еда. Вот тут я пока вообще ничего не понимаю. Окей, так, давай дальше экспедицию проведем. А, вон слева пишет, сколько он это копать будет. Я думал, здесь будут прям время писать. Офигушки. Так. Еще куда-то раскопал, еще грибы, еще лестницы. Короче, база будет как Fallout Shelter, походу дело очень такая довольно большая. Так, начать экспедицию. Давай строим лестницы прямо здесь. Хорошо. Так, есть, начать экспедицию. Тут надо какую-то дверь открыть. Добраться на зону необходимо лестницы, говорит. Давай построим лестницу. Ну, смотри, какая-то коробка. И чуть так лежит. Давай попробуем, подберем. Алмазы какие-то дало. Видимо, может быть, и донатная валюта, кстати. Так,
Вот, нам надо добраться до этой двери. Центр управления. Ну вот сейчас, наверное, там исследование все вот это вот будет, да? Но я это все пропущу, ребят. Давайте пропустим. А, вот, битвы еще какие-то вот здесь вот есть. Давай посмотрим, как проходит. Вот есть битвы как бы в 4-х стратегии в общем мире, а есть вот такие вот какие-то битвы. Все они, походу, проходят. Ой. Полуавтоматическом. Ого. В полуавтоматическом режиме. Или, скорее всего, в автоматическом режиме. Какие-то способности там всякие есть. Разные герои, разные фишки, танки, не танки. Мы нашли командный центр. Why you seem to be so familiar with the... A workstation. Давайте это тоже пропустим. Так, нам доступен командный центр. Давайте его починим. Отправим его на починку. Так, идет строительство. Есть. Еще одна, говорит, зона разблокирована. Так, давай посмотрим, что там. А здесь уже герои, кстати, не озвучены. То есть вот эти, смотрите, мы можем здесь что-то делать, а можем просто нажать кнопку пропустить, и это все само завершится. Так, есть у нас внутри какие-то ускорители уже первые дают для 4-х стратегий. Так, командир, опасность миновала. Дает мне алмазы. Так, что дальше? Так, проверить, что есть, что. Так, центр управления. Здесь его можно грейдить или сносить. Так, здесь какая-то дверь. Есть ли комнаты, которые можно остановить за работу? Предлагают сюда экспедицию провести. You know what? А, сейчас, видимо... Чуть-то я его назначил на какую-то работу непонятную. Так, повысить склад. А, это склад. Давай построим склад, пойдем. Есть. Ну, слушайте, довольно-таки неплохо сделано. Так, проблемы с едой. Здесь они уже не озвучены. Видимо, озвучили только какой-то бобер. Сделайте ловушки. Суслики. Для них надо установить ловушки. Ну, давай. И что, попадет суслик в ловушку? Давай, суслик, ловушку. Оп. Суслик попался. Так, установите еще ловушку. Давай еще ловушку установим. Собрать две еды сусликов. Давай отправим тебя за едой. И тебя за едой. Есть. Пропустить. Так, мы готовим суслика, как я понимаю, да? Жареный суслик. Есть. Так. Дальше. Проблемы с едой. Так, экспедиция готова. Еще экспишку получили. Озвучены ли дальше герои? Очень интересно. Пошла заставочка. А там зомби. В общем, такие заставки в игре. Здесь какой-то, здесь, видимо, уже за городом. Сейчас БТР, наверное, будем чинить. Я же вам говорил, да, что на БТРах они по общему миру. Скоро нам доступен будет общий мир.
выглядит все недурно. Так. Нужно выбрать спасение. Я как сделал, смотри. Ты куда он уехал? Так, кто-то уехал. Так, нужно построить, повысить спальни. Давай, ты будешь строить. Так, это все дело ускорить можно. Здесь кнопка быстрого ускорения. Лимит жителей повысили, хорошо. Так, план расширения. Давай. Что у нас тут? Так, где-то что-то сейчас строить будем, да? Что это значит? Типа расширить туда, что ли? Ага, давай ты иди. Мне надо было другого, он лучше работает. Кстати, закладка героев есть у нас вот. Далее на заставках еще двоих героев. Вот они делятся тут на каких-то инженеров, защитников, мстители какие-то. И еще какие-то есть. Герои. Видимо, несколько классов в игре присутствует. Так, что это такое? Это у нас атака. А, во. Target locked. Move. The route is not accessible. Битва. Это, видимо, так расширение зоны происходит. Но заполняется какая-то фигня, может быть, это типа ульта какая-то там или что-то в этом роде. Что у нас дробовика так неплохо лупит-то? Ну, какие-то способности, видимо, есть. То она с дробовика стреляет, то она с пистолета стреляет. Так, есть. План расширения. Строить. Строить. Так, шахты какие-то отремонтированы. Приехала наша машинка. Так, что она нам привезла? Жители, что ли, нам привезла, по-моему, да? Так, замечательно, у нас новые жители, походу, появились. Так, 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 так. Шахтеров привезли, шахтеров отправили работать. Интересно придумано, интересно. Так. Так, собрали. Дальше что? Еды приготовить опять, что ли? Так, теперь нас будут учить что-то делать с водой. Давай посмотрим, чего. Источники надо найти воды, давай. Так, оно прям показывается, смотри, как, чего, куда. Так, надо как-то... Интересно, а как он вот здесь вот будет долбать? Ну-ка, давай посмотрим. А, понял. Ага, интересно. Тут, наверное, лестницу какую-то, да? Забраться сейчас. Так, снести. Так, хочу сюда. А как лестницу строить? Где там режим строительства? Лестница. Давай, оп. Строить. Давай. Так, 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 так. Интересно, интересно. Так, теперь можно вот здесь, наверное, да, еще лестницу надо забраться. Нужен камень. Камень есть. Камень, иди строй. Фернандо. Теперь давай вот сюда, сюда. Когда же у нас в открытый мир-то уже запустит. Ну, обучение такое, довольно-таки долгое, но оно все-таки нужно. Тут расширение во все стороны, походу, делать можно. Здесь опять суслики бегают. Давай суслика соберем. Лучше собирать сусликов. Видимо, суслики спавнятся очень часто. Thank you.
Так, сейчас мы доберемся до источника воды. Да. Уже колонка. Кто-то ее будет тут стоять качать, да? Или она тут сама будет получить? Посмотрим, как. Ух ты, смотри, чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Бутылка воды. Оп, есть, и побежал на склад, да? Склад, правда, далеко. Но здесь надо продолбать к сусликам. И быстрее будет бегать. Так, поймать еще сусликов. Давай, ты собрать. Есть, да, пошел он сусликом. Есть, собрали. Так, источник. Что-то новое появилось. Жареные суслики. А с какой, интерес, периодичностью они съедают этих сусликов? Так. Сусликов приготовили. Спасение завершено. Так, еще одну часть прошли. Обучение. А, это мы, видимо, рабочих кормим, да, чтобы они в шахтах там. Заставки комиксные пошли, смотри, блин, мне вот эти комиксы, вот это мне прикалывает, как сделано. Еще одно обучение будет. Обеспечить электричеством. Так, повысить, строить, ускорить. Второго уровня база. Теперь здесь электронная дверь открылась. Значит, нам нужно собрать вот этот сундук срочно. Так, собрать алмазы. Давай посмотрим, что там у нас за дверью. Пойдем грузить инструментами. А тут зомби, смотри, зомби. Значит, будет бой, да? Смотрите, реально они на какие-то фракции какие-то, видимо, когда каким-то фракциям будем присоединяться, каких-то героев будет доступно, что ли. Какие-то бафы, я думаю, какая-то ульта. Еще и подкидывать, смотри, как. А, они, видимо, когда кружок наполняют полностью, тогда делают какой-то свой супер удар. Она там загорелась, тогда она стреляет из дробовика. Понятно. Надо поискать теперь какой-то уголь, да, обеспечивать станцию электричеством. Давай. Собираем сюда работника. Вот, смотрите, доход в час дает от стока. Так, я его назначил, да? Так. Можно повысить выработка энергии. А, вот на угле она работает. Угу. Так, пошел, смотри, загружать уголь. Электростанция у нас заработала, да? Так, босс говорит, все пошло. Все работает, говорит, да? Хорошо. Так, давай это тоже пропустим. Так, вот так, видимо, нужно будет заполнять сюда уголь. Следующая комната. Давай пробираемся выше. Станция у нас уже такая, смотри, суслики. Давай собираем сусликов. Так, есть, построили. Давай там посмотрим, что тут.
Это, видимо, лаборатория, и здесь мы будем проводить исследования своей базы. Тут уже ежу понятно. Так, да, это технологии исследования. Ну, давай посмотрим, как это тут происходит. Так, выглядит это все вот так. Технологии, смотрите, много. Портативные дрели. Что дают? Песчаники какие-то можно будет бурить. Автоматизация. Освоить и использовать так. Улучшает ловушки для суслика. Позволяет поймать 4 суслика. Ну давай. Улучшаем. Дальше. Хочу сюда. Нужен центр управления 3-го уровня. Хорошо. Так, что-то сейчас, видимо, копать. А, видимо, мы какие-то теперь стенки особого уровня, да, можем. А, вот какое-то меню появилось. Сейчас он вот такие стены теперь бурить будем. Бурит. Грибочки соберем. Так, что это такое у нас? А здесь будет драка. Видимо, те строительные, а эти боевые. Что это такое? Герой недостаточно сильный, поэтому рекомендую вам усилить их. Давай повысить. Тебя, например. Надеюсь, шмотки какие-то тут. Так, это танк и... Танк, который может... А, точнее, будет отправляться у нас на сбор. Вот еще его повысим и повысим. Где у нас та девчонка с пистолетом? А у нее группа главный герой. Видимо, она может отправлять группу на вылазку. Скиллы у нее тут какие-то есть, смотри. Есть такой скилл, такой, такой. Тут ее еще улучшать, одевать можно. Прикольно, прикольно. Так, вот теперь нужно какая-то использовать. Нужно зомби каких-то уничтожать, чтобы идти дальше. Окей, давай, теперь мы можем сюда продавать. По уровню мы подходим. Наши герои стали сильнее, по-моему. Ну, походу, прикольно. Некоторые герои, которые эти начальные, они, видимо, только базу строят. А вот эти, они боевые. Ну, смотри, уже не так-то и пробивают. Видимо, потом будет это, типа, быстрее там, чтобы это проходило как-то. Не каждый раз, наверное, это смотреть будет. Вот вижу, понятно, что я победил. Так, что-то могу здесь строить. Строить. Слева у меня уже появилась, я вижу, исследовалка. Так, а что такое вообще? Шахта, по-моему, какая-то, да? Отправить жителей. У меня жителей нет. Давай отправим машину за... видимо, мы машину еще отправляем за жителями. Поехали в машину за жителями. Прикольно. Бум-бум-бум, всех зомби позбивал. Видите, у нас там происходит, смотри. Так, сейчас она... А когда она привезет мне их? Понятно, здесь еще пулемет какой-то есть. Ну-ка, давай попробуем, что это такое. А, типа, если зомби подойдут, да? Опа, тебе. А если машина сейчас приедет? А машина приехала, всех позбивала. Прикольно. Так, есть жители. Получили мы жителей. Технологии судного дня. Смотри, кстати, этот пулемет, походу, не всегда можно запускать. Но его можно повысить. Тут, кстати, этот пулемет будет лучше пулеметить. Окей, исследуй технологию автоматизации. Так, вроде как есть, да?
Так, есть какая-то вот лаборатория второго уровня. Так, нужно повысить саму лабораторию, кстати. Давайте мы займемся. Займешься ты этим. Это постоянно XP дают. Так, а вот еще какая-то, смотри, туда как попасть. А как вот под собой бурить? Так, можно вообще? Ну попробуем. А, можно под собой бурить. Суслики бегают. Так, ну сразу электричество, я думаю, надо тоже повысить. Так, строителей не хватает, да? Окей. Так, здесь нужна лестница. Соберем заодно вот этот уголь здесь соберем. Давай это сделаем. Так, я открыл какую-то комнату. Тут робот какой-то. Может быть, он автоматически бурить как-то будет. Что это вообще такое нашел? Так, робот дворецкий. Что он делает? Может предоставить разные задания, материал, автоматически собирает ресурсы. Поехал, смотри. Вот полетел. Так, а чё, сундук-то не собрали? Прикольно, сам ездит по базе и где-то там собирает ресурсы. Давай посмотрим, как он, откуда он, чем грибочки такие, да? А, в натуре, да, суслик, и сусликов, наверное, собирает. Удобно, удобно самому, не надо по базе вот это летать. Так, улучшение готово, да? Так, стоп, я хочу изучить, что-нибудь изучить. Технология, что дает технология нам? Так, откройте генератор на сусликах, он будет ловить сусликов автоматически. О, полезно, ставим изучать. Так, тактические учения нам нужны, вот это вот нам грибковая культура нужна. Так, энергия. Энергия на что? Электричество достаточно, все постройки функционируют нормально. Угу. На почту что-то там написали нам. Забрать все, короче. В альянсы можно вступать, как я вижу. Так, робот мой. А, видимо, если я его куплю, он навсегда, а запускает бесплатно его один раз можно в сутки. Вот оно как работает здесь. Тогда я понял. Я думал, он будет всегда ездить. Короче, автоматического робота приходится покупать. Хотя вот вроде ездит. Что-то собирает странно. Ладно. Так, что по исследованиям? Что-то мы исследовали, но нам надо исследовать вот это исследование. Давайте ставим в исследование, пока открываем сундук. Еще золотишко. Так, а в эту сторону я бурить смогу? Могу, смотри. Так, ну давай сразу. Это я еще бурить не могу, вот зеленый что-то. Так, давай ты с этой стороны бурить пойдешь. Везде все бурить будем. Так, робот все соберет, да, мы бурим. Качается, кстати, давайте посмотрим, хватает, если что-то может, коробку можем открыть. И бесплатно раз в сутки. Так, сколько у меня всего кристаллов? 47. Давай, все сюда. Все. Так, нет, донат на магазин мы покупать ничего не хотим. Ничего не хотим, какого-то вот героя предлагают купить. Так, 47 секунд. Да, ускорить это все можно. Можно. Давай ускорим. Есть. Это надо было по заданию вроде как сделать. Есть. Так, нужен ящик с грибами. Ну давай его здесь разместим. Да. Ящик с грибами. Не надо будет по базе собирать, да? Прикольно. Здесь тупо будут грибочки расти. Так, еще один ящик. Давай еще вот здесь будет ящик. Есть. Дальше.
что нам? А, у нас еще мы что-то устроить, по-моему, тут нужен ловушки, генератор на суслика. Давай еще генератор на суслика построим. Так, суммарно приготовить 5 еды. Так, а готовить-то ее, как я забыл, так работа, еда, по-моему, да? Это какая есть еда? Так, работа здесь, повысить готовку, наверное, да? Так, нужны жареные суслики. А, она сразу, сколько есть, их сразу и сусликов готовит, короче. И пусть она грибочки тоже готовит, короче. Готово, так. Это прошли. День пятый. Сейчас, наверное, уже должны меня в открытый мир запулить. Так, повысьте это самое. Недостаточно камня. Получение ресурса копания. Давай пойдем кирпич соберем. Сюда бурить не могу, зато вправо могу. Не, не могу. А вот сюда могу. Вот сюда. Сюда могу. Все, бурить, бурить, бурить. Расширяем, так сказать, базу сразу в исследовании. Исследование, кстати, производится за вот это электричество. Собрали. Теперь-то мне камня хватает. Должно, да. Строить. Ускорить. Ускорение. Третий уровень базы. Ну, обучение, слушайте, я думал, оно быстро будет. Нет, я ошибся. Обучение, прям обучение. Какая-то еще там территория есть, у нас открылась. Еще какая-то супер комната. Нужно построить здесь лестницы. По крайней мере, пока на базе есть чем позаниматься, да? Так, что это такое? А, теперь надо починить эту радар, во. Давай, починим радар. Жик. И связь с космосом у нас появилась, короче, да? Понятно. Вот, да, наверное, уже сейчас меня в общий мир тоже запулит. Так, дальние радиоволны выполнен. Так, размещение контактов. Нанять. А, это нанимание героев. Ну, давай. Наймем. Ничего себе там, смотри. Ух. Что происходит, смотри, какой. Кто такой? Танк сбора у него. Артиллерийский обстрел умеет делать. Очень прикольно. Так, больше у меня этого ресурса нет, чтобы нанять еще одного. Ладно. А, вот подожди, там же был один бесплатный, по-моему. Нет? Наем мстителей. Наем боевых героев. Это мстители. Мстители, видимо, против зомби сражаются. Наверное, я так, по крайней мере, думаю. Пока не понимаю. А, зомби опять прут. А, он их так с гранатомета просто чпунь-чпунь и все. Так, размещение канала. Ага, здесь что-то так. Надо лестницу. Давай. Так, а можно еще одну ловушку для сусликов? Это больно они какие-то. Что-то такое. Снести, повысить. Что повысить я делаю? Генератор на сусликах. Подожди, а где генератор? Вот он, генератор на сусликах. Использоваться сусликом.
у меня электричество, что генерирует, я пока не очень понял. Так, ладно, мне тут что-то надо... А, так, идти. Так. А, защитники должны, наверное, стоять в первом ряду танковать, как я понял. Давай. Давали. А. О, какой-то пуч. Нифига себе пуч. Сейчас он так всех убьет. Они еще какие-то дебафы накладывают. Эффекты, все дела. Ой, убили моего защитника. Надо героев прокачать, надо было танка подкачать, чтобы он больше урона принимал. Что-то... А, вот, все, вальнули, хорошо. Победа. Так, строительство. Так, собирание вот этого сундука. А, вот это что значит? А, сундук собирать. Так, а мы еще эти наши, я понял. Так, вот бури пока это не можешь, да, говоришь? Пока не может, ладно. Что-то я исследовал. Повышение БМ-200 используется за более разумный план управления складом. Повысили склад. Ну давай вот автоматизация. Так, работник столовой готовит еду в автоматическом режиме. О, тут и круть. Так, нужна лаборатория третьего уровня. Так, повысить. Мне не хватает. Не хватает мне этого самого камня. А где шахты, кстати? А как быстро шахты собирать? Куда нажимать? Вот мне интересно, тут что такое? Тут что такое? Так, как реально быстро шахты собирать? Наверняка как-то можно, да? Я пока не втыкаю, вот это что означает. Так. А, во. У меня же рабочий лист, управление. Пусть рабы копают. Это уже какое-то железо. Железо они здесь копают, понял. Так, квест, размещение контактов. Так, надо машину запустить. А вот к машине интересно, как быстро телепортоваться. Как-то тоже, наверное, там можно. Это моя машина. Газует ей. Все, поехала машина. А вот что такое, фокус какой-то. Строительство лестницы, генератор, сосновая станция снабжения, война, зал тренировок, казармы. Окей, так, что это такое? Мастерская. Мастерская чуть-чуть увеличивает, что скорость строительства. Слушай, а машина довольно быстро приехала. В шахты мне надо растить еще рабов. Так, подожди. Выгрузить рабов. Погрузить рабов. Еще один лезет. А, если еще работника назначить, то... То, короче, это, да? То увеличивает производство. То есть 21 час делает пока что оно. Так, по исследованию есть электричество? Так, автоматизация. Лаборатория 3 надо, да, нам? Да, оно и говорит, лабораторию сделай мне. Запили мне лабораторию. Давай запилим лабораторию. Не хватает мне... А, это уже не камень, это железо. Так, а где копать могу? Давай здесь копай. А ты копай здесь. А, что такое? Еще не... Как переключатель. Так, соберем. Так, этого хватает на апгрейд лаборатории. Да, да.
Ускоряем. Лаборатория увеличена. Так. Постройте генератор на суслике. Давай его здесь запендюрим. Генератор на суслик. Это прям мощно. Ух ты, смотри, тут теперь можно исследование мира, задание убежища, очередь пехоты. Вот здесь вот она, очередь пехоты, тогда в открытый мир мы сможем идти. Ломенько. Так, мне нужен генератор на сусликах. Есть генератор на сусликах. Так, исследуйте механизацию. Давай исследуем, ускоряем это дело сразу. Есть. Так. Так, исследуй технологию автоматизации еды. Давай, ускоряем сразу. Есть. Что дальше? Так, база повысить. Мне на ресурс не хватает. Да, мне камень нужен, железо. Давай копать. Копать, копать, копать. Ну то, чтобы в открытый мир выйти, надо еще постараться, слушай, да? Не все так просто. Давай копать сразу дальше. И сразу прокопать дальше. Робот не собирает, я не пойму. Не пойму, он собирает или нет. Как-то медленно, по-моему, он собирает. Это, наверное, робот для того, что нужен, пока вы там, типа, в АФК режиме, он так ходит, собирает. Короче, для этого всего он нужен, да? Сколько там нужно было железа? Так, собираем. Пока робот не приехал. Хватает нам повысить. Да, хватает. Сразу ускоряем это дело. Это ему 4 минуты. Ладно, давайте. Сколько у меня алмазов? Давайте за алмазы ускорять тогда. Ну не ждать же, да? 5-минутный сразу бахнет. Четвертый уровень базы. Тайное сокровище получите. Нет, спасибо. А, не, надо было получить. Да ёлпало. Наверное, ежедневки мне открылись уже, да? Вот здесь какие-то штуки можно собирать. И в конце дадут какого-то вот такого героя. Инженер НАСА. Селение бойцов, саппорт какой-то. Окей. Дальше. Что-то могу строить, да? Ящик грибов. Давай ящик грибов построй. Так, тут у нас чего? Пустоши какой-то. Тут превосходство. Тайный сокол, кстати. Ускоритор, можно было за алмазами ускоряться. Закроешь каждый день и в конце получаешь какого-то героя. Вот осады, чтобы живых игроков это, штурмовать. Так, есть. Еще прошли. День шестой. Обнаружен сигнал на радаре. Сейчас меня в открытый мир тоже запустит, не? Так, что это такое? Это какие-то задания. Давай посмотрим, что тут происходит. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, вот. Вот так выглядит. Как в обычных четырех стратегиях.
Вот так выглядит общий мир, как в других X4 стратегиях. Так, нужно собрать отряд. Типа, знаете, как в X-коме. Так. Так. А еще одного не могу, да? А что значит вот это у них 0.40? Они еще с собой людей могут, что ли, брать? Джук-джук-джук-джук-джук-джук-джук. Машинки. Что-то там сейчас будут собирать, да? А, это типа в исследователь. Ну, прикольно, кстати, сделано. То есть не просто тупо, а прям какие-то сюжетные такие места. Надо приехать, что-то поделать. Забавненько. Target locked. The root. Блин, опять я забыл этого танка прокачать. Хорошо. Спал тут вообще какой-то герой непонятно. У него ульта, по-моему, не накапливается. Что, он без ульты какой-то, что ли? Проведем, говорит, расследование. Короче, провели расследование. Ого, Халк какой-то, смотри. Говорит, зомби не там. Блин, только хотел прокачать. И тут сразу, блин, босс какой-то попался, ну. Отсюда я не могу качать, да? Слушай, а он сильнее. Вроде как. Сейчас, наверное, убьет, не убьет. Ну, сделано довольно-таки забавно, согласитесь. Это вот прям вообще прям вот и Fallout Shelter, гибрид такой, да, 4 стратегии и Fallout Shelter одновременно. Бедный танк вообще страдает первого уровня. Меня напрягает этот хрен панк с дубинкой, он что-то какой-то вообще странный. Халк крушить. А вот, теперь появилась скорость. Тут 24 фильмы. А, надо их прокачать до... Тут что-то откроется X2, когда что-то управление, центральное здание станет 5 уровня, а X4 скорость, когда VIP прокачаете. Что-то нашли? Мы нашли кирку, вау! Кирка нам нужна. Не особо предметы, чтобы здесь походить. Видимо, сюжетные задания, и вот так вот их еще там, типа, найди то, это сделай. Пройди сюда, туда. Это кто такая? Ребекка. Дайте мне танк прокачать, упало. Так, возвращаемся. Смотри. Вот так выглядит мир. Разбит по этим самым. Еще есть какие-то центральные, смотри, зоны. Ну, тут тоже вот Эдем. Типа храм, как в 4X-стратегиях, тоже его надо захватывать. Типа какие-то вот здесь он, Халки ходят, смотри. Ну блин, ну не, сделано довольно-таки. А вот это что такое? Типа вернуться в мир теперь. А, теперь в мир могу переключаться, понял. Ну сделано. Ой, что, и робота можно что ли крафтить? Смотри. Забавно, робота. Прокачивать робота можно. Ха, собиратели роботов там, прикольно. Так, а что? Electrical panels check. The power is on. Так, где танк? Дурацкий. Что за кнопка?
А, берешь два танка таких, если попадется, и получаешь синего танка. Не понял. Теперь хоть умирать так бы часто не будет. Так, даже вот этих можно прокачивать, смотри. Но они вроде как тоже где-то боевые, поход делал. Группа главных усиливает исследование. А что усиливает? А что? Забавно, когда так сделано, слушайте, я прям не ожидал. Блин, панк дурацкий, зачем он покачал, мне не нравится. Все, у нас экспишка кончилась. То, что роботы можно прокачивать, это забавно. Так, а что я могу на карте делать? Значит, смотри, могу ходить на халков, могу ходить на зомби. Смогу я его победить? Все, а вот это что такое? Шахты камней, сбор. Окей. Три героя еще получил каких-то я, да? Сходил по заданию, нормально. Сходил, да, так? Ну вот сейчас начинается самый жир. Открытый мир, все дела, нападение, не нападение, зомби, не зомби, блин. Короче, отсюда делаются эти, как сказать, сюжетные задания, походу, с этого радара. Что значит восполнить? Ну, поехали на машинке. Так, жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Короче, в течение 7 дней заходи, получай награды. А, вот все, победили так уже, да? Прикольно. Так, еще двух получаем героев. Короче, полтавня. Все, мы пропустим. Так, плюс уже зомби. Так, появились какие-то новые задания. Вот, смотри. Спасите беженцев. Вот. Вот, на общем мире происходит битва, вот, приблизительно вот так. Даже какой-то опыт там он качает. Ну, сделано, слушайте, довольно прикольно, ну, не знаю, я бы не сказал, что прям вообще какой-то шлак-шлак, но гибрид, по-моему, удался. Не знаю, как вам нравится, не нравится такого подобного, если вот так вот перевернуть 4 вид стратегии. Сделали неплохо. Скатаешься, делаешь. Ну, альтернатива, по крайней мере, средневековье, это очень хорошая. Я вам так скажу, это очень хорошая стратегия. Реально, у игры очень хорошие оценки. Там 4.7 на Google Play. И, блин, она по оценкам обогнала Fallout Shelter. Там Fallout Shelter 4.4, по-моему, или 4.5, а вот это 4.7, тут почти 5.0, да? То есть вообще обалденно. Надо зомби сдавить. Вот я не понимаю, что я пополняю. Окей. Ну и довольно-таки она оптимизирована хорошо, то есть для телефона это прям будет очень хорошо. То есть степень нагревания самого телефона, да? Постройте казарму. Во! Давай. Наконец-то казарму будем строить. А, я понял, что я восполняю. Видимо, солдаты типа умирают, и это надо их восстанавливать. Ну, как во всех четырех стратегиях, да? Или нет? Тренировку. Бойцы. 10 уровней бойцов. Ну, первые три прям какие-то вообще с вами такие сильные. Так,
Можно одновременно тренировать только двух бойцов. Так. Надо выполнить еще один сигнал бедствия, а у меня нету этих бойцов. А давай их попробуем за ускорение, да? Ускорить, короче. Ой. А что стоит боец стоит, значит, вот такой и банку шпротов. Окей. Так, еще какая-то шахта. Так, мне нужны эти. Рабы. Вот я только пока не понимаю, как мне. А это что такое? А мне непонятно, как быстро только перемещаться вот сюда наверх, к этой к машинке-то. Спасение. Построение. Нам надо... Нет, не спасение. Нам надо это... Обстроение тут так, да? Теперь все, теперь жителей, короче, рабов теперь по карте, видимо, искать надо, да? Так, не дадут. Ладно. На ферму давай. А, смотри, удобрение там, удобрять можно. Гадость надо копать, тогда будет удобрение. Рекомендуемые технологии. Что дает каждый клетка внутри? Исследование закинуть. В общем, я тут думаю, ну, затягивать особо не надо. Вы уже понимаете, что как, почему она 4-стратегия, как она выглядит. То есть... Народу много. Видимо, каким-то образом еще можно будет на свежие сервера переходить, либо меня как новичка закинуло на какой-то свежий сервер, скорее всего. Видимо, наверное, так. Так. Сезон, это, видимо, сервера, да? Ух, их тут нифига себе. Надо вообще понять. А вот 18 дней серверу. Ну точно так же создают сервера. Тут миграция есть, кстати. То есть система миграции есть. То есть можете тут потусоваться, а потом на какой-нибудь другой сервер уехать. Со своим городом нафиг, да? Вот. Так что пробуйте, играйте, если. Ну, да реально, ну, в качестве гибрида такого, знаете, выглядит это очень сочно. Вот реально вот сочно. Ну и альтернатива другим X4 стратегиям, но я, по крайней мере, вижу это в первый раз, что вот так вот все выглядело. Что я такое построил? Теперь ловушки так выглядят. Вот. Забавно. В общем, попробуйте и, не знаю, пишите в комментариях, что вам как. Я и так видео затянул, чтобы показать вам максимум всего, что вроде бы так более-менее есть, да, короче. Все, с вами был Феникс, играйте в хорошие игры, всем счастливо, всем пока.